Здравствуйте! В эфире «Вести комментарий». Испокон веков пчелы изумляли человечество своей мудростью в выборе наиболее ценных веществ при сборе нектара цветочной пыльцы. Мед можно считать русским национальным блюдом. Его полезные свойства сегодня подтверждает официальная медицина. Как же защитить себя от простуды в период зимних холодов? Как правильно выбрать мед? Сегодня у нас в гостях доктор сельскохозяйственных наук, профессор Владимир Георгиевич Кашковский. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Ну, о меде наверняка вы знаете абсолютно все. И несмотря на то, что мы с детства все знаем, что мед обязательно нужно кушать, чтобы быть здоровым, все-таки у меня вопрос. Что же такое мед и почему он так полезен для нашего организма? Еще древний врач Авиценна использовал при лечении всех болезней, использовал мед. Потому что нет ни одной болезни у людей, чтобы не пользоваться медом, потому что мед обязательно участвует в выздоровлении человека. То есть вы хотите сказать, что любая болезнь, если использовать мед, может лечиться, правда? Мед не противопоказан. Во всяком случае, не противопоказан. Да, ну даже вот так, если взять вот сейчас люди, которые больны диабетом, им тоже годится мед в пищу, но не каждый. Потому что все меда, которые богаты глюкозой, значит, для больным диабетом им нельзя употреблять. Это в основном мед со всех крестоцветных. Вот там, допустим, гулявники, рапсы, горчицы. Вот с них собирают мед, богатый глюкозой. И наоборот, мед, собранный с кипрея, с малины, с люцерны, с донника, с клеверов, с желтой акации, вот, и со всех губоцветных, начиная там зобник клубненосный, все мяты, котовники, шалфеи, вот, змееголовники, эти меда богаты глюкозой. Они долго не засахариваются, то есть может там... То есть не густеют, да, да, получается, что они жидкие не достаточно? Не засахариваются совсем, они могут в течение до 5 лет быть в жидком состоянии. В частности, вот в египетских пирамидах мед пролежал 3300 лет, и он даже не засахаривался и годен в питание. Вот их там оставляли вот для фараона. Владимир Георгиевич, вот вы сказали о том, что даже при сахарном диабете можно есть мед. А вот сегодня уж, поскольку зима, холодно, меня очень беспокоят вот простудные заболевания. Дети у нас болеют, простывают. Как нужно есть мед? Даже я слышала, что якобы мед очень полезен при хронических бронхитах, что даже можно излечить хронический бронхит. Да. При пневмониях. Вот каким образом действует мед при этих заболеваниях? И вообще, ну, как его употреблять тем же детям маленьким? При этих заболеваниях. Ну, я раз уж сказала о больных диабетах, как им пользоваться. Им даже может, ну, брать 10 грамм меда с соком топинамбура за 15 минут до еды. Вот утром 10 грамм им съесть, в обед 10 грамм за 15 минут до еды и вечером так. Вот 30 грамм в день больным диабетом. Три раза в день? Да, три раза в день. Вот им это пойдет на пользу. То есть само употребление меда уже способствует простудным заболеваниям, не бывает. Ну, а если уже есть? Ну, если уже есть, то есть значит, тогда бронхит. Есть. Значит, тут уже при хроническом таком бронхите, значит, в горячее молоко можно с молоком его употреблять. Можно делать, вот когда при гриппе или еще горло болит, то можно делать ингаляцию. В домашних условиях самое простое – взять кастрюлю, на плиту поставил, налил туда воды и ложку меда. И когда закипит, надо дышать этим. На ночь это делаешь. Знаю этот рецепт, но вот всегда хотелось понять, а как действует мед в организме? Это процесс очищения какого-то? Он себя что-то забирает? Он идет это, когда вот это дышит. Во-первых, он своими фитонцидами и гормонами он убивает микробов. Он бактерициден мед. Во время войны лечили раненых. Вот Томский институт
университет, там медицинский факультет и институт пчеловодства разработали лечение раненых. Угу. Вот когда, допустим, рано если вы смазываете йодом, то омертвляется кожа, угу, и заживает она медленнее. А когда медом смазывает рану, она не только убивает микробов, угу, и способствует это заживлению ран, то есть как бы питание через кожу происходит, быстрее заживает. Поэтому... То есть этот рецепт можно сейчас использовать? Конечно, помазал медом. Медом намазываю, и чтобы он не прилипал там чем-нибудь, или пластырем залепить, или еще, и рана быстрее заживает. Любая рана. А во время войны это оказало помощь этим больным. Владимир Георгиевич, скажите, правда говорят, что люди, которые всю жизнь едят мед, имеют свои пасеки, то есть постоянно общаются с пчелами, может быть, даже их пчелы иногда кусают, то есть они получают там пчелиный яд. Эти люди, можно считать, долгожителями, очень долго живут и здоровыми, да, являются. Правда? Да, в науке геронтологии продукты пчеловодства, мед, перга, вот все продукты, они способствуют продлению жизни. Перга – это продукт жизнедеятельности пчелы? Нет. Перга – это собирают это мужские половые клетки, угу, с тычинок. И вот их приносят это в улей, пчела добавляет туда к ним мед, потом их трамбует, еще там ферменты добавляет, и происходит там молочно-кислое брожение. И вот эта перга получается продукт незаменимый в природе. Угу. Ну, например, молоко, казалось бы, вот животные готовят для детей, там все питательные вещества, но по сравнению с пергой коровье молоко 10% составляет. Проигрывает так. Да. И вот уже больше 100 лет работают у нас ученые в Америке, в Германии, ищут, как бы найти заменитель этой перги, но ничего не получается, ничего люди придумать лучше не могут. Женщинам положено 30 грамм в день. Угу. Значит, лучше всего взять черный хлеб настоящий, настоящим сливочным маслом, намазать, вот. Потому вот что... это следующий вопрос. И сверху посыпают этой пергой и съедают. Угу. Ну, а некоторые пергу просто едят там, вот рано утром встают, вот у кого гастрит или изжоги вызывает, там язва желудка. Значит, они берут утром чайную ложечку этой перги или обножки. Продается перга и обножка. И сейчас все это можно в рот купить, да, берут и ждут, пока она растворится во рту, используется. И питание вот медом, допустим, мед есть ложками, или вот мед сотовый, или вот когда распечатывают ее, вот это срезает вот эти запечатки, это называется забрус. Угу. Этот забрус берут и жуют. Значит, тогда идет питание напрямую мозга. У нас ведь мозг питается глюкозой. Какие болезни лечат? Ну, в первую очередь... Я сразу про болезни. Значит, любые болезни. И когда вот ешь это сотовый мед, идет питание мозгом. Тогда не через желудок идет, а напрямую. Ведь все ценные лекарства мы же берем под язык. А вот это жевание как раз способствует этому. Поэтому не случайно, ну, пчеловоды и вообще люди питаться... стремятся вот есть сотовый мед. Владимир Георгиевич, вот все бы было хорошо. Мед – это очень полезно. Вопрос в другом. Этот ценный продукт во все времена очень здорово подделывали. И как вот здесь не ошибиться, не купить у недобросовестного продавца некачественный мед? Как его выбрать правильно? Да, можно ли, вот я приду в магазин, не в магазин, а где-то на рынке, определить, хороший мед или плохой? Да, вот в этой, в реализации этого меда, тут так и, конечно, в последнее время, раньше у нас в стране на каждом рынке была ветеринарная лаборатория. И мед не допускали для продажи, какой? Пока не возьмут, угу, пробу. Вот, к сожалению, вот я сейчас сколько уже воюю, стараюсь добиться о том, чтобы наша ветеринарная служба тоже вот привозит нам, допустим, на медовый спас. Угу. Вот там под названием там алтайский мед или башкирский мед. У них брать пробу и анализ делать. Лабораторный анализ. Да. Если мед на самом деле никаких там подмесей нет в нем, значит, разрешать им торговать. Если у него там мед не годится, значит, такого продавца
никогда не пускать его на рынок. Ну, а что вы посоветуете? Куда все-таки за медом идти? На рынок или куда-то в магазин лучше? Вот наши анализы на всех пасеках, все меда были натуральными. Поэтому люди сейчас группируют свози каждого пчеловода. Вот мои ученики, которые производят много меда, у них уже создалась такая группа потребителей. Они каждый год только у своих и берут. Во-первых, там если мед сделал он что-то плохо, взял, допустим, незрелый его выкачал, не примешивал ничего, а незрелый решил побольше меда получить, то тут сразу адрес ему, ты что ж, мол, голубчик, это обманываешь людей. Да. Угу. Вот. К нему сразу покупатели перестанут ходить. И второе. Ну, это методом проб и ошибок. А есть еще какой-то вариант более надежный? Второе. Значит, у нас специализированный магазин пока один существует в этом в городе. Я считаю, на такой большой город, как наш, ведь 1,5 миллиона населения, здесь должно быть хотя бы 3 магазина специализированных. В других районах, допустим, в Башкирии, в Чувашии, там, в Татарстане, везде есть или дом меда, или какой-нибудь пчелоцентр, где меда поступает, и они там проходят тройной контроль. То есть, все-таки, вот вы сказали, в советское время этот контроль был тотальный за медом. Сегодня это качество услуги можно, на качество услуги можно рассчитывать, если обращаться в специализированные магазины. Да. То есть на рынке уже надо посомневаться. Да, специализированный магазин у нас один тут есть в области, им надо пользоваться. Мы к нему много придирались, это делали анализы и убедились за ряд лет, что там никакого подвоха нет. Лабораторный контроль? Да, анализы. У них лабораторный контроль тройной. Они один дают официальный, откуда привозят мед, у них уже сертификат есть. Но этому сертификату не верим, снова передаем в эту областную лабораторию ветеринарную. Угу. Там они делают анализ уже, это уже образца. А потом еще они свой третий анализ делают. И поэтому они ценят свою честь или марку, и там уже не проскочит плохой мед. Владимир Георгиевич, вот чтобы, заканчивая беседу, понять зрителю, почему не стоит рисковать своим здоровьем? Вот что можно купить, вот придя куда-то, не понимая, что можно купить? Что в банке можно купить вместо меда? На вид мед, на вкус вроде мед. Насколько это может быть страшно для нас, для нашего здоровья? Ну, это, видите, это если где-то там... Какие-то примеры есть? Что можно купить? Что можно туда намешать? Тут могут сейчас это купить, вот это китайские подделки. Так. Идут они. Подделка меда – это что? Чтобы понять и действительно в другой раз уже не ошибаться с выбором. А подделки тут они как делают? Это разводят сахарный сироп... И так. Туда добавляют ароматизатор. Угу. Иногда настолько искусная подделка, что на вид смотришь, как будто донниковый мед. На вкус попробуешь аромат донникового. А когда делаем пальцевой анализ, а там, оказывается, ни капли меда нет. Это сироп. Вообще меда нет? Да. И вот эти вот, у нас... То есть это набрасно выброшенные деньги, еще можно навредить себе. Да, это набрасно выброшенные деньги. Спасибо, Владимир Георгиевич, огромное. К сожалению, наша... Передача подходит к концу. Я напомню, что сегодня мы говорили о том, какой мед нужно выбирать. Всего доброго. Будьте здоровы.